Игроки хоккейного клуба «Чебоксары» одержали победу в двух играх на домашнем льду над красноярскими «Рысями» в первенстве высшей хоккейной лиги. Первая игра была напряженной, в основное время никто не добился преимущества. Счет был 4-4. И лишь в овертайме Егору Парфенову улыбнулась удача. Клуб «Чебоксары» одержал победу с перевесом в одну шайбу. Зрители все на ногах, требуют хотя бы здесь выиграть в этом бою. Арбитры перепрыгивают, тоже выиграют. И все-таки Антон Горбенко проигрывает. Во второй игре на двоих соперники наколотили 6 голов. Хотя счет открыли красноярцы и сохраняли преимущество до конца первого периода, чебоксарские хоккеисты до конца второго смогли сравнять счет. А в третьем продемонстрировали превосходство. Матч завершился со счетом 4-2. Этот результат позволил чебоксарам подняться на одну строчку выше в турнирной таблице и замкнуть тройку сильнейших в лиге. 11-й тур первенства ВХЛ завершился, но уже 11-12 ноября хоккейный клуб «Чебоксары» принимает на домашней арене соперников из Алтая. Закрыт был.